Привет всем! Готовимся к Пасхе. Поставили тесто на куличи. Вчера посмотрел рецепты. В принципе, все они в чем-то похожи. То есть ингредиенты одни и те же, просто немножечко разные пропорции. У меня здесь 10 яиц, 3 стакана молока, где-то 1,5 стакана сахара, масло сливочного, наверное, 250 граммов, наверное, с полстакана растительного масла, ванильный сахар, ну так, мука, изюм, цукаты. То есть все рецепты, они примерно чем-то похожи. Там только пропорции немножко разные. Я как бы делаю уже по своему рецепту, по которому всегда пеку булочки. То есть особо никакой разницы не вижу в этом. Напекли пасок. Уже намазали сверху белком, взбитым с сахаром. У нас получается 6 вот таких вот, даже 7 больших, несколько таких маленьких и еще поменьше паски. И вот такую посыпку купили. Обычная, наверное, какая-то кондитерская посыпка. Такие различные тут. Сейчас осталось только украсить. Затем выставить уже на улицу, чтобы немножко подсохла сверху вот эта помадка. Ну вот, украсили, все посыпали посыпками. Если когда не бывает посыпок, можно обойтись и кокосовой стружкой, вот этой цветной. Необыкновенный от нее аромат, очень такой вкусный. Поэтому всегда она выручает. Ну так в глазурь, соответственно, соль, сахар. Совсем немножко соли все равно нужно добавлять. И все хорошо взбивали. Все вот намазали. Все булочки всякие понапекли. А вот эта паска получилась такая очень большая. Выпекали ее в форме разъемной, вот это для тортов. Вот такая прям она высокая получилась паска. Конечно, вот эти такие вот кругленькие посыпушки, вот эти, они делают такой яркий акцент. Такие очень красивые. Конечно, свои паски все равно не самые вкусные. Никакие магазинные паски со своими не сравнятся. Пришел ежик. Или он, скорее всего, здесь у нас и зимовал. Под досками. Там у него эта норка. Все уходит в норку.
Какой насастенький ежик. Какой нос у него. Этот ежик, видно, маленький. Он еще не боится так, потому что тем летом у нас ходил другой ежик. Такой большой. Потом мы его увезли в лес. Ну, как бы никакого другого ежика у нас не было больше. Откуда взялся этот? Я не знаю даже. Там, видно, зимовал всю зиму. Под бревнами. Даже не знаю, как он мог из леса прийти. У нас все-таки дом не так близко к лесу. И так вот они ночью все эти ежи ходят. Ищут, что поесть. Ну, пускай он будет гулять, может быть, ночью. Потом, конечно, его нужно увезти в лес, где он у нас здесь будет жить-то. Поэтому пускай, может, кого найдет поесть кого-нибудь. Конечно же, желаю вам всего самого-самого хорошего. Быть здоровыми, счастливыми. Всего самого-самого наилучшего. Конечно, завтра будет очень хороший день. Христово воскресенье. Ну, а всем тем, кому понравилось видео, подписывайтесь на канал. Заходите почаще в гости. И пока-пока. До новых встреч.